с Айратом вчера созвонились и решили сегодня стартануть сюда. Сюдой. Нашли фабрику заброшенную. Многие казанцы наверняка видели это здание, когда ехали по мосту. Да. Займище, мост. Вон по тому мосту, мост Займище, со стороны Казани. Это большое шестиэтажное здание в 25 километрах от Казани мы заметили, проезжая по мосту через Волгу по федеральной трассе М7. Это здание водяно-паровой мельницы, построенное в 1880-1890 году. Однако жители соседнего села Набережные Маркваши до сих пор по привычке называют его «пряничная фабрика». В 1941 году сюда была эвакуирована из Москвы фабрика имени Бабаева. Здесь работали и местные жители, и приехавшие из Москвы вместе с семьями работники кондитерской фабрики. И выпускали они не только пряники и конфеты, но и продукцию военного назначения. В 1948 году фабрика сгорела вместе с оборудованием, долгое время здание пустовало. Во времена перестройки Татглавснаб решил использовать крепкий кирпичный остов для возведения трехзвездочного отеля, но в 2010 году перепродал незавершенную стройку частному инвестору. Тот тоже не сумел довести строительство до конца, поэтому сейчас здание так и стоит памятником регионального значения в буханным миллионам. Пора фонарик вытаскивать. Тут что? Да, что-то хотели, походу, сделать. Смотри, теплый пол. Видишь, торчат. Теплый пол? Теплый пол это. Я здесь хотел посмотреть, где я смотрел. А, смотрел же. Тут ничего, может, душевая что-то хотели, или что? Да, длина рухала, что плит. Да. Тоже что-то хотели. Держи фонарик. Так, надо ключ. Да. Ну и там, конечно. А вон там лестница есть, да? Сейчас пойдем туда. Тут что-то копали. А нет. Вход в подвал думал? Думал, вход в подвал, да. А что там комары? Не знаю. А кто, холод? Коллатор или что? Походу. Нифига себе, блин. Что-то искали. Я говорю, вон, знаете, остатки пластиковых окон, то есть тут реально вот недавно, можно сказать, кто-то что-то делал, реставрировал. Что-то хотели. Может, здесь дерево хотели посадить? Что сделал? Дерево хотели посадить. Да, может. О, это, наверное, главный вход был. Вот тут уж надписи, ребята, если будут с матом, я уж не буду стирать. Вот как есть, все покажем. Что, наверх пойдем? Где твоя комната? Моя комната? Да тут уже я не помню. Потом вниз пойдем, да, подвал? Ну да. Ух ты, нифига там что-то. Не знаю там. Вода. Бля, тут озеро. Вода стоит. Охренеть. Подвал, значит, заправлен. Блин, не свалиться бы туда. Крыша дырявая, вот так. Ну да, это лифтовая, вот видно. Конструкция.
прикинь, да, столько денег положить, да, потом заморозить. Как туда пришло? Какие-то рисунки непонятные. Пикачу. А вон там ребята пришли из канала Татарстанда. Снимают ролик тоже про это здание. Канал на YouTube Татарстанда. Че, дальше вверх? Я выше, да. Посмотрим, какой вид отсюда. Ага. У нас какой штраф за проникновение частных собственно? Я не знаю, не помню. Небольшой вроде. Это на всякий случай. Может, это даже утепление потолка. Просто голову засуну, посмотрю, что там есть. А, ничего. Конечно. Интересного. Ничего интересного. Блин, прикинь, пойдешь туда сейчас и рухнет. Это как холл получается, я так понимаю. Ну, и рухнет. Гостиница. Ребят, повторяю то, что рисунки все вот эти вот мылить не буду. Все как есть. Смотри, не споткнись. Ты вот смотри сейчас, блядь. Рухнет, думаешь? Перешел через эту пропасть, да? Да. Стаскали. Короче, здесь вообще, мне кажется, все было закончено, и окна были, батареи были. Походу, да. Вандалы все разграбили. Ну да. Походу, да. Так и есть. Короче, читал комментарии. Там в Яндекс.Картах один написал. Что-то говорит, один лазил здесь. Шорох, шум, говорит, стоит. Шаги, говорит, какие-то. Короче, он этот. Есть. Да. Побоялся, короче. Он хотел в подвал спуститься. Побоялся, что-то такое. По-моему, то ли жена не разрешила, то ли побоялся он что-то такое. О, одной ступеньки нет. Пляж. Откуда песка столько? Ну, вот же, волейбольная сетка натянута. Хотели, наверное, этот. Что-то здесь хотели. Зачем вот так вот сделано? Строители есть, ребят? Кто-нибудь из вас, напишите в комментариях. Ой, у меня вот, как всегда, блин, это. Страшно? Нет. Прыгнуть охота. Так высоко еще. Ноги такие, этот, просятся сигануть. Не люблю вот такие вот места, пропасти, обрывы. Проводку все ободрали, повытаскивали. Странно, почему? Песок. То ли натаскали, наверное, да? Или как? Откуда? Он еще здесь возьмется. Это еще, ребята, цветочки сейчас. Мы еще в подвал пойдем. Там, наверное, вообще жесть будет. Какой-то матрасик небольшой. Там вот здание какое-то. Волга. Стены, смотри, какие покрашенные, ну, как декорация какая-то была. Да это эти, наверное.
Мне кажется, просто кто-то... В дебилоиды. Скотина, чтоб ел. Ну да. Наверное, держали здесь раньше. Костер тут желтый. Ого! Вот это жесть. Вот фонарик туда уронить. Жестко. Тут уже все. Наполнили. Слушай, а куда упираться? Куда-то должно было упираться. Где стоп? Нету. Проект Татарстанда. Вот они, ребятушки эти. Это оператор и девушка там рассказывает, короче, корреспондент или как там их называют. Что за штукенция такая? Блин, прикинь, туда провалиться. Жесть. Странно, ни мышей, ни крыс, ничего нету. Ну, там, говорит, тоже проход есть. Но это, наверное, скорее всего, на этот этаж это есть. Спустились на первый этаж. Хотим найти подвал. Ох ты, блин. Здесь ничего нет. Нифига здесь труп сколько. А, вот эта вода, блин, здесь стоит. Интересно, какая здесь глубина? Вот подвал. Так, нет, надо через воду так проложить. Ну да. О, там еще здание же. Вон стекла поразбивали. Какие-то шкалотроны, наверное. Говорил, типа, страшно ему тут. А, вот не это интересно? Тоже нет. Тоже бы искали мне вход в подвал. Может, тоже ты говорил? Да, вон пластиковые окна. Да, что-то пытались сделать, и потом все. Ну, блин, а где подвал, интересно? Полазить бы там. Да. С ними? Можно потом успеем? Они же еще здесь. Блин, что, подвала нет, что ли, здесь? А, вон там дрень какая-то огромная. Бас. А вот, походу, подвал. Как тут забираться потом? Ну да. Да, вот там, пожалуйста, что вот пошло туда дальше. Туда может. Дальше. Может, что-нибудь. Вот оно. Вот здесь, Айрат. Лестница здесь. Лестница здесь. Вот. Электрик. Это дорогие, наверное, подвалы. Да. Здесь есть? Тут все роет, а? А? Чего роет, я не знаю. Ладно.
Вот здесь действительно немножко этот, одному очково будет. Смотри, здесь сколько труб. Не трупы, а трубы. Зачем все вот здесь именно рушили, интересно? Это кандалы, смотри, пристегивали людей, наверное, здесь? Да, и подвешивали. Скорее всего, блин. Вентиляция. Все. Трубы, переходники. Благополучно освоено. Угу. Даже пар идет изо рта. Тут прохладненько, ребят. Ничего там интересного. Сатанизм. Сатанисты. Сектанты. Непонятно. Тот еще пытался выбраться, смотри, через стену. Но не смог. Прикинь, здесь кого-нибудь закрыли, заточили. Ну, да. Вот обряды провели, и вот он попался на конец. Жесть. Но не смог. Все может быть. Угу. Ой, зайка. Угу. Блин, я думал, а что, здание будет подвал? Просто какое-то помещение. Непонятно. Сети какие-то лежат. Рыбаки. Там сети. Рыбу сушат, что ли, здесь? Это, наверное, туалеты были. Должны были быть. Здесь тоже здание. Что-то есть. Говорят, остался на улице.
выдвигаемся, выдвигаемся. Решили катнуть до верхнего слона еще. Пока-пока! Так, тут аккуратно, можно грохнуться. Или шандарахнуться. Педальки убираем из-под ног. Опа! Аж передок поднимает. Как там Айрат? Выехал. Эх, думал, упадет. Мы, ребят, в верхнем услоне. Сейчас, чтобы попасть в Казань, Казань она вон, на той стороне, что нужно сделать? Либо переплыть, либо дождаться парома. Паром ходит вон там, или там чуть дальше. Так, чуть не вижу отсюда. Ну, он, короче, там, где-то там. Вот, сейчас поедем туда, на паромную переправу. И будем ждать паромчик. А тут вот на яхте люди отдыхают. Нормалек отдыхают. Молодцы. Это верхний услон. Вот это верхний услон. Там дома. А вот это... А это красота. А ты говоришь, блин, Турция. Вот тебе Турция. Двигаемся в сторону парома, ребятушки. Айда! Ничего страшного не произойдет. Ты же на мотике можно, наверное, проехать и так. А? Ты же на мотике можно проехать и так. Не очереди. Ох, ни хрена себе. Сейчас взорвется, блин. Кассир один, наверное, скорее всего. Два пассажира, велосипед и мотоцикл. Так, за мотоцикл, по-моему, 150. Вот, ага. Ну, и тебя так 50 и 100. Ну. Или как? Опа. Спасибо. Все, больше никого нет. Ну так, вдоль можно встать. Быстрее, быстрее, уезжаем! Прикиньте, ребят, залезли последние. Успели. Прикольно, сейчас поплавает.
и на пароме ни разу не был? Я в этом году еще не плавал. А? Ты вообще не плавал на верхнем слое? Ни разу. Успели? Да. Последний раз плавал, знаешь где? В Таиланде. Там, наверное, помощнее, побольше паромы, да? Примерно такие же. Нет, чуть-чуть побольше, На которых я плавал. Разные есть. Все, отчаливаем. Там какой-то этот, как он, теплоход или что называется? Метеор. А они куда плывут? Не знаю. Может быть. Там толпа стоит, думал, куда все идут. Вон куда, оказывается. Давайте поближе покажу, ребят. Главное, чтобы вот этот трос не отцепился и по башке не дал. Вон второй паром уже приплывает сюда. Да, нам куда-то вон туда, короче. Вот два, по-моему, парома, то ли два, то ли четыре парома здесь ходят вот так вот, туда-сюда. Стоят передом туда. Сейчас мы туда будем разворачиваться передом. Второй паром уже грузится. Народу вроде нету. Стоят, ждут, походу. А, не заполнил, да? Да, не знаю, коса заполнен. Когда заполнится, тогда поехали. Ребятушки, выныриваем. Цепляйся за него! Сам цепляйся, надо было сказать. Вот я и рад догнал. На этом, ребятушки, все. Как вам такой видосик небольшой? Заброшка. Понравилось? Нет? Ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Всем пока!